Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Miss Created. Так. Чё у меня со звуком? Эффекты погромче. Это PvP сервер, какой говорить не буду. Хотя ладно, я тут зашел так проверить. Показано? Да вроде нет. Так, стоп. Суицид 300. Ладно. Так, тихо очень, мне это не нравится. Аудио. Так, ну вроде нормально. Что ж, добро пожаловать. Клон Раста. Надеюсь. В общем, это Miss Created, тоже выживание в мире зомби апокалипсиса. Музыки здесь нету, какая прелесть. Сейчас, блин, поставлю что-нибудь тихонько. Секунду, квест произвести. Так, ну вот это, думаю, музыка подойдет. Я тут со скуки сдохну. Так, что у нас здесь есть? Так, а что у нас по графике-то вообще? Вроде нормально выставлял. Господи. Так, давай-ка вот так вот. Мне начинает казаться, что у меня компьютер больно слабый, блин, чтобы эту игру даже потянуть. Так, друзья, мой первый взгляд будет. Так. Ну, непривычно, конечно. Так, вообще, могу тут что-нибудь как-нибудь собрать? Так, на технике можно кататься. О-о-о. Тут зомбики есть, ай-яй. И они не в настроении, по ходу дела. А инвентарь как посмотреть? Я еще босиком, зато в штанах. А, вид от третьего лица есть. Ну, для начала начнем, что в любой игре, которая есть в онлайне, вид от третьего лица. Это здравствуйте, багаюзеры. Читеры. Почему я начал в нее играть? Потому что мне достали читеры в Расте. Ладно, это хотя бы терпимо. Надеюсь, никто не будет меня убивать сквозь стены с 3 километров. Так, инвентарь, где здесь посмотреть-то хоть? Ёлы-палы. Инвентарь. Слушай, я вот что-то инвентарь не вижу. Вижу F, F11, Drop Item. Mm.
Есть лечь. А, то есть здесь на F. Ладно, что у меня есть? Бутылка. Repair kit. Иди разбирайся. Солнечную панель бы я свистнул. Гениально. Как драться? А что это у него с рукой-то? А у него руки-то какие модные, слушай. Так, это забавнее уже. Что-то как-то жестко у него с руками. Это мир полный зомби. И вам надо выживать. Я, в принципе, сейчас буду игру подбирать. Наподобие Раста. Но не Раст. И хотя бы нет читаков, которые, говорю, могут стрелять сквозь стены. Это уже, блин, я не знаю, за пределы выходит. Пошел на сервер, который и так, в принципе, с увеличенными рейтами, там, бегай, бой, наслаждайся. Нет, надо, блин, зайти читаку, который постреляет сквозь стены, чтобы им пусто было. Ну, графика, в принципе, красивая. Так, что по поводу карты? Ну, вот нифига непонятно по поводу карты, да? Мотолки. По-нормальному ты посмотреть не можешь, да? Так. Ну, понятно все. Да ёлы-палы. Постоянно почему-то окно Стима вылазит. Давайте просто так посмотрим, что здесь есть. Ну и что-то там нашел. О, с ноги может драться, серьезно. О, каратистки, а. Это интересней. Зомбик, иди сюда. Так. А, на F точно. Угу. А, так он в босоножках. Ну, хотя бы хоть что-то в чем-то. О, ботиночки. Какая-нибудь одежда хоть есть. Кто-то не успел переодеться. Вот это вот Miss Create, насколько я понял, из других игр, вот эти вот полочки открытые, как раз таки. То чё? А, попили. Классно. Когда-нибудь пили с унитаза? Я лично нет.
Я до такой степени еще не напивался. Кто там шумит? Да, в игре, конечно, звуки слушать вам не горюй. Ну и мусноги, я думаю, бесполезно бить, да? Ну хотя попробую. Они дверь открывать умеют? Шара. Надо, скорее всего, прятаться в доме и ждать, пока он уйдет, да? Красавчик какой. Да я сейчас все равно сдохну своей смертью. А это у нас что такое? Машинка. Сесть можем? Ах, ёпта, это что еще за... Жуки большие. Интересненько, слушай. Мне нравится лично. Какая неплохая игрушечка, я смотрю. Кстати, кто играл в эту игру, пишите. Надо посмотреть ее, будет на ютубе мне немного. Я, может, сам побегаю, поразбираюсь. Да, сам, может, побегаю, может, нет, не знаю. Так, где мы теперь очухаемся? Довольно неплохо, кстати, сделано. Ну, то есть вот такая вот карта, да? Интересно. Даже задания имеются. Надо посмотреть, можно ли здесь строить домик, долго ли это. Музыка, сразу говорю, с Ютуба. Не люблю игры без музыки. Даже обыскать нечего, е-мал. Ну, слушай, довольно-таки приятная игрушечка, атмосферненькая. Ладненько, друзья, это первый взгляд на игру. В принципе. Я думаю, можно его закончить. Собственно, даже жуков больших увидели, это очень любопытно. Надо будет ее поиграть. Она, к сожалению, только к серверу. Ну,
Ёперный ты, Матрёшкин. Вы охренели? Чего? Какого? Какая милая игра. Давай переоденемся. У меня одежда. Господи, сними ты штаны. Чего находить-то не может? Ну, побегаем, че, с голым задом? А теперь ты камеру назад не отводишь. Ну, спортивные трусы. Прям как у меня, так что нормально. Всю жизнь мечтал по улице побегать в трусах. О, еда. Здесь у нас трава уже выросла, хитрить налево. Паук, жуки, хрен какой-то ходит. Слушай, мне нравится. В принципе, прикольно. А ты что, паучок взорвался? Ну хорошо, хоть взорвался. Я думал, меня сейчас кусать начнет. Ядовитыми какими-нибудь укусами. Так. Да я хоть... Да. С ноги, конечно, каратистом, я бы сказал, как то. Ладно, друзья, первый взгляд, думаю, сойдет. Всем удачи, всем пока. Пишите, комментируйте, что это за игра. Есть режим строительства, я как будет время посмотрю. Ой, на ютубе. Либо на сервере побегаю. Но я пока ищу, кстати, замену Расту. Если есть какие-то идеи, предложения, буду рад прочитать, посмотреть. Всем удачи, всем пока.